Всем, ребятки, привет! С завтрашнего дня пойдут они на улицу. У них будет свое корыце с комбикормом и с водичкой. То, что активно интересуются уже маминой едой. Вот. И надо их будет уже начинать подкармливать. Полосатики. Дуся стала хуже кушать, но это у нее обычно. Она всегда так делает после опороса. Что-то там ему вкусненько. Карамелька сегодня совершила подкоп и убежала на улицу. Ну вот, к вечерней пайке вернулась. Это плохо, конечно, что она начала такие делать вещи. Возможно, мы ее закроем. Не ее, а их. Закроем в вольер или в станок. Потому что это не дело бегать по соседям. Риска взяла картофелину и пошла доедать ее. Вот там еще травки молоденькой. Вот день-два и Мусю будем ставить загон. Я смотрю, что у Ириски какая-то припухшая петля. Что она уже, что ли, заиграла в охоту, маленькая еще совсем. Бегемотик. Травку. Бросили еду кушать, накинулись на траву. Тоже у мушки отбилось вымя. Еще 2 дня и ставлю ее в станок для опороса. Ну что ж, ребятки, всем пока, всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, если видео понравилось. Всем всего хорошего, доброго дня и вечера. Пока-пока.